В Доме молодежи Василеостровского района прошел финал первого городского конкурса «Звезды Вселенной». Главное требование к участникам – тесные семейные связи. Марина Захарова всегда считала себя плохой певицей, но дочь и конкурс доказали обратное. Женщина поборола свой страх и даже спела с большой сцены. Главный наставник и партнер – 11-летняя дочь Даша. Она, в отличие от матери, вокалом занимается с детства. Этот конкурс он очень правильный, потому что семья становится настоящей семьей. Это часто бывают какие-то недопонимания, а этот конкурс он своими заданиями он как бы сплочает. Одержать победу в конкурсе мать и дочь могли только сообща. Женщины со всего города присылали рисунки и фотографии своих дочерей. Записывали видеовизитки, демонстрировали таланты и вечерние наряды в едином стиле. Как ни странно, но именно это и погубило многих женщин. Мамы начинают говорить: у меня дома нет вечернего платья. Ну, значит, по условиям конкурса для участия в дефиле нужно обязательно комплект в стиле Family Look. И если его дома нет, то, конечно, его нужно или сшить. До финала первого городского конкурса «Звезды Вселенной» дошли всего 8 пар. У некоторых были тайные покровители. Главы семейств, которые вышли в финал, признаются, что конкурс ударил по карману. Траты даже не поддаются подсчетам. Ударили, но я так закрыл глаза, как сказать, если уже начинать считать, знаете, как сейчас за границу приезжаешь, либо ты отдыхаешь, либо начинаешь считать. Экономики здесь нет никакой, это чисто удовольствие, поэтому нужно отпустить себя и не думать об этом. Take it easy, говорят англичане, вот так. В итоге победу одержали все участники. Правда, каждая из 8 пар в своей номинации. Организаторы признаются, что сделать всех финалистов звездами Вселенной они планировали с самого начала. Ведь главное – это не дипломы, а время, которое в ходе подготовки к конкурсу семьи провели вместе. По задумке авторов, фестиваль может стать визитной карточкой Петербурга, а участвовать смогут мамы и дочки со всей страны.